7 ветхих и аварийных домов в старом городе уже снесены. До конца 2015 года исчезнут еще 6 деревяшек. На их месте возводятся новые социальные дома. К введению в эксплуатацию на Лесной 20 готовится второй из трех запланированных на этот год. Дом на Лесной 20 через несколько дней сдадут в эксплуатацию. К Новому году сюда заедут жильцы из старых деревянных кварталов. Кирпичные дома один за одним приходят на смену ветхим деревяшкам. В конце октября в эксплуатацию введен дом по адресу Индустриальная 27. Он рассчитан на 28 квартир общей площадью почти 1800 квадратных метров. Пятиэтажка на Лесной вместит 50 квартир. Самые однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные. То есть специально площади подобраны под семьи, которые переселяются в эти квартиры. У нас на 2016 год планируется строительство двух социальных домов в 23-24 квартале. Тоже пятиэтажные, 4 подъезда. Всего за этот год планируется сдать в эксплуатацию 3 социальных дома. Все они расположены в старом городе, на месте снесенных ветхих деревяшек. Сегодня город избавился от 7 таких домов. До конца года еще 6 уйдут в историю. По условиям федеральной программы, местный бюджет запланировал на эти цели 20 миллионов рублей. Вместе снесенных домов мы строим сейчас новые многоквартирные дома в рамках программы переселения граждан из ветхого аварийного личного фонда. Сегодня у нас заключено 3 муниципальных контракта на строительство 3 многоквартирных домов. Это по 3-й этап программы переселения граждан из ветхого аварийного фонда. До 2016 года к расселению запланированы 35 домов. Проведут процедуры изъятия 32 земельных участков под ветхими и аварийными деревяшками.